Муромские студенты продемонстрировали инженерное искусство всему региону и стали вторыми в областном конкурсе профессионального мастерства. Об успехах нашей талантливой молодежи в направлении робототехника в сюжете. Повышение престижа инженерных профессий, обмен передовым опытом, конкурс проходил в рамках межрегионального экономического форума. Принимать в нем участие могли студенты и молодые инженеры в возрасте до 30 лет. На старт вышли 10 команд по 3 участника. Наша команда принимает участие уже третий год подряд. И в этом году результат достойный. Наши ребята заняли второе место. Первый этап конкурса – тестирование, состоящее из 25 теоретических вопросов. Второй – комплексное задание по конструированию и программированию. Третий – демонстрация готовых изделий. За 2 часа нам необходимо было собрать модель, запрограммировать ее, чтобы она автоматически прошла всю трассу длиной 2 метра, на которой были расставлены препятствия в виде стаканчиков, коробок, не задев их. По словам муромских участников, непредвиденные трудности возникли во время сборки моделей. Не обошлось без импровизации технической мысли. Основная сложность была в том, что инфракрасный датчик очень чувствительный, поэтому пришлось его не использовать, так как выдавал много ошибок. Был выбран вот этот вот датчик, с помощью него мы определили расстояние, и робот успешно преодолел практически все препятствия. Когда мы собирали уже самого робота, у нас в комплекте не хватало крепежа. Ну и пришлось импровизировать с помощью двухстороннего скотча. Мы там этот шаговый двигатель для ультразвукового вот этого датчика, нам пришлось его посадить как раз на двухсторонний скотч. Впереди наших ребят ждет молодежный форум «Территория смыслов» на Клязьме. Будущие инженеры примут участие в смене «Цифровой мир». Елена Петрова, Александр Барсуков. Новости. Муром.